Вот стенды, на которых показана история аграрного университета имени Докучаева. Вот это парк перед главным входом. Каплычка или часовенка напротив университета. И в конце этой аллеи находится остановка общественного транспорта, где 200-я маршрутка, где находится конечная 200-я маршрутка, на которой сюда можно приехать от станции метро Пролетарская. Также здесь находится микрорайон, в котором живут студенты и преподаватели данного университета. Студенты здесь учатся из разных стран, очень много из стран СНГ, особенно из азиатских стран бывшего Союза. Вот главный вход в университет и бюст академику Докучаеву.